Так, друзья, кажется, 15 число. Идем смотреть на работу детей. У нас строго, не забалуешь. Вот, и детский труд приветствуется. Вот сейчас она это ведро соберет, 150 рублей заработает. Вот, а куда она потом эти деньги денет? Потом тут явно будет два ведра, значит 300 заработать. И все это в течение часа. Соня, ты сказала, что вот в отличие от Тимоши ты не будешь стесняться. Ну-ка, представься. Все, уже застеснялась. Я до сих пор не могу запомнить. Соня, Соня, как полное имя? София. София, во. Уже сколько лет таскал тебя на руках, а все это... Не могу запомнить, что ты уже не Соня, ты уже София. Вот. Итак, София собирает сахалинские абрикосы. Самые мелкие, самые твердые и, прямо скажу, самые невкусные. Вот эти деревья. Там еще не все попадало, но сейчас плохо видно на солнце. Вот. За то, что упало, к вашему вниманию. Итак. Этот абрикос выглядит вот так. Они что падают, подгнивают. Косточка очень хорошо отделяется, видите? Вот. Соня, давай кинем прям косточку туда. Им цены нет. Подними, а? Ага, вот так. Теперь. Значит, кисло-сладкое, не очень вкусное. Из самых всех моих самое невкусное. А нужны ли они вам? Ведь я же эти косточки буду предлагать. Во-первых, самое морозостойкое в мире дерево. Вот. Я считаю. Оно уже близко даже к сибирскому. Нет, к сибирскому не близко. То полукустарник. А этот, извините, уже 1,9-10 метра. Все, говори громко. Как мне крапиву убрать? Крапиву, а вот так вот. Обжигайся, как хочешь. Нет. Давай, давай, давай. Нет. Ну, сбегай за этими, за перчатками. Давай, давай, за перчатками. Я не знаю. Так, не сбивай деда с толку. Итак, косточка, так как она относится к дальневосточным эндемикам, косточка обладает лечебными свойствами против опухолевыми, по крайней мере, на уровне профилактики, это как минимум. Вот, можно ли эту мякоть употреблять, например, в... Соки, компоты, варенье. Я бы сказал, не то, что можно, а нужно. А, кстати, кислота почти вся ушла. Жара доконала их, кислоту. И учитывая, что они достаточно плотные, у них еще два качества. Это транспортабельность. Быстро не портится, можно возить с города в город. И уже там закатки делать. Раз. Вот. И это близко вот к этому абрикосу. Ладно, так и быть, покажу вам еще один. Я постепенно, этот еще не созрел и не сыпался. Ну, вдруг завтра не смогу, вдруг через неделю не смогу. Все бывает. Вот его дальний родственник. Это амур. А еще это все непривитый амур. А непривитый амур это что? Сенец. Его характерные черты разглядывайте сами. Видите, видите, видите. Урожайность гарантирована. Вот. Заметьте, вот это дерево, видите? Это единственное у меня пустое дерево. Казалось бы, как же так? А очень просто. Пусть это поздний абрикос. И именно он попал под заморозок. Вот так вот. А этот цвел вместе с ним и тоже попал под заморозок. А ему этот заморозок, как это самое, даже сравнение не придумаю. По барабану. Ему заморозок по барабану. Видели. Значит, какое дело, мы сейчас будем заканчивать эту серию. Я обещал небольшие серии. Итак.
небольшие, не крупные, но самые морозостойкие, самые урожайные, кисло-сладкие, сладко-кислые абрикосы должны быть в каждом саду. Вот причем, если этот пропускает урожай, поздние огромные плоды 100 грамм, ну подумаешь, я не знаю его точно название, вот, зато плоды у него 100-граммовые, и полюбовались, а их нет, полюбовались, а их есть, поняли, да, в каждом саду, вот, и это свежий урожай, косточка 25 рублей, вот, тут уж не забалуешь. Есть у меня они прошлогодние, позапрошлогодние, те еще 15 рублей, пока еще на них скидка действует, помните, вот, кодовое слово «гость» и так далее. Все, друзья, сегодняшняя первая серия закончена, а потом пойдем покажу вам чудеса маньчжурцев в 2-3 раза крупнее этих. Это то, чего удалось добиться благодаря терпению и упорству.